Образовательная программа магистратуры «Русская филология». Сферами профессиональной деятельности выпускников являются научно-исследовательская, научно-педагогическая, аналитическая, консультативная. Цель образовательной программы – подготовка компетентных, востребованных кадров в области филологической науки, обладающих фундаментальной теоретико-методологической базой, владеющих навыками самостоятельной научно-исследовательской, научно-педагогической, организационно-управленческой деятельности с использованием современных информационных технологий. Концепция образовательной программы. Образовательная программа регламентирует цели, результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки магистранта по данному направлению и включает в себя материалы, обеспечивающие качество обучения соответствующей образовательной технологии. Перечень должностей специалиста образовательной программы магистратура «Русская филология». Научный сотрудник, преподаватель, редактор, литературный консультант, эксперт, научный сотрудник.